2254 плейлиста созданы на моем канале на, можно сказать, уже вечер 21 июля 2024 года. И эту информацию предоставил сам YouTube, да? Конечно, это замечательно, потому что посчитать такое количество плейлистов самостоятельно практически невозможно. А сейчас это и не нужно, потому что у YouTube есть агрегатор, который вырабатывает данные и выдает уже готовую информацию о количестве созданных плейлистов, избавляя тем самым от множества хлопот, сберегая время и, самое главное, нервы, да? Остается только пользоваться этой информацией, что, собственно, я и делаю. Снимаю вот этот видеоролик и, естественно, огромное спасибо YouTube.